Вот у метро. Так, фокус. Смотрите, сколько авокадо. Как раз на проходе. На проходе. Сейчас я уменьшу в реальность. Так, вот. Проход к метрополитену. Там метро сзади. Вон там. Здесь такой проход. И вот посмотрите, авокадо висят строго. Надеюсь, видно, не видно, не знаю сейчас. Смотрите, сколько. Они прямо над головой, реально. И они начинают падать уже, наверное, где-то через неделю активно, примерно. Да, вот еще, смотрите, хотел показать. Вот тут такие вот висят вот штуки. Я даже не знаю, как это называется. Оно типа не пальма, пальма, не пальма. На агаву не очень похоже. Ну, в общем, вот, смотрите, стебли какие. И вот эти вот свисают, вот. И человек, который не особо знает, вот она уже выходит на дорогу. Здесь мелкие, вот приближаю, смотрите, зазубрины. Это шипы. Сейчас я крупный лист покажу, чтобы видно было. Смотрите. И вот эти шипы, они острые, как бритва. Как кошачьи ноготки. Вот они. В общем, что опасно? Если человек не знающий на велосипеде вот так поедет, ну и думает, а, отклоню голову. Вот этим вот ему рассечет это все дело. Даже может выбить глаз. Вообще я обычно подрезаю, у меня ножик с собой есть, но вот сейчас я не взял. Обычно я вот эти штуки подрезаю, потому что иногда люди, ну, могут не обращать внимания, а рукой махнут. Дети могут на велосипеде, вот как мы сейчас на велосипеде едем, и не видно. Обрежет только так. Поэтому в Бразилии очень много вот таких вот растений, я потом еще одно покажу, которые могут быть опасны. Ну, вот щучьи хвосты, они нормальные. Вот эти вот щучьи хвосты. Не знаю, как они называются правильно. Но я их называю щучьи хвосты. У нас такие в горшках выращивают наподобие. Еще есть железное дерево. Ну, это уже железное дерево. Понятно, есть. Вот, так что вот эти вот свисают прямо на дорогу. И нужно их, конечно, вот где ноги, тут они, видите, немножко так не очень. Это вот гладкие, они ничего тут нет в них. Хотя это, наверное, ну-ка. Да, это другое. А они еще, наверное, не ошипились. А вот эти вот, смотрите, с шипами уже. Вот они, крупные шипы начинают вылезать. В общем, я так показал чуть-чуть. Вот тоже агава. По-моему, это оно и есть, или нет? А, нет, это агава, по-моему. Вот тоже у нее, видите, шипы? Вот эти, очень острые. Я уже кололся ими. Ужас. Все, погнали.